Левобережная развязка президентского моста – объект капиталоемкий. В проекте несколько путепроводов, кольцевая развязка, надземные пешеходные переходы. Это не считая благоустройства прилегающей территории и освещения. Напомним, развязка соединит новый мост и микрорайон Верхняя терраса. Автомобили, следующие из правобережья Ульяновского Заволжья, будут перестраиваться на центральную полосу движения в районе пункта весового контроля. Затем путь пройдет до парка 40-летия ВЛКСМ, где отстроена развязка. Она направит авто по улицам Оренбургской и Врача Михайлова. На кольцевой развязке проводится укладка асфальтобетона. Дальше подсыпается щебенкой и готовится к асфальтобетону. На других участках также кипит работа. К примеру, идет монтаж канализационно-насосной станции, вырыты котлованы глубиной 10 метров. На первом пусковом комплексе идет оклейка гидроизоляции, очистка и покраска. В ближайшее время планируем начать дробестройную очистку путепровода номер 2. В ближайшее время нам должны прийти деформационные швы на первую и вторую опору второго путепровода. Думаю, что до конца месяца мы их установим. Развязка состоит из двух путепроводов монолитного железобетонного путепровода длиной 41 метр. По проекту предусмотрены велосипедные и пешеходные дорожки, шумозащитные экраны и светофоры. На данном этапе мы ведем укладку кабеля протяженностью около 1,5 километра. И УТС планирует здесь в ближайшее время укладывать асфальт, асфальтовое покрытие. На данный момент развязка готова на 75%. По информации Министерства транспорта, строительно-монтажные работы завершат в августе. Тогда же планируют открыть движение транспорта. А вот полностью объект ведут в эксплуатацию в декабре, одновременно с завершением строительства надземного перехода по Димитровградскому шоссе. Анна Тищенко, Улправда ТВ.